Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами соберем вязальную машину «Нева-2». Итак, перед нами машина. Открываем ее. Очень аккуратно снимаем верхнюю часть, чтобы не потревожить каретку. Машина стоит спиной, поэтому ее просто нужно аккуратно взять и переставить к себе лицом. И теперь начинаем распаковывать то имущество, которое лежит у нас в крышке машины. Первое, что мы делаем, отжимаем прижимную пружину, к которой у нас крепится части каретки. Ручка и ответная часть. Пружина снимается. Мы ее не теряем, а складываем в коробку. Снимаем ручку. Ручку просто привинчиваем к каретке. Это делается достаточно легко. Вторым у нас лежит счетчик. Мы его также снимаем и одеваем на машину. Счетчик в вязальной машине Нева-5 обязательный. К нему крепится нитевод. Так, аккуратненько прикрутили. Теперь обязательно откручиваем зажим. Зажим, которым крепится каретка в машине, чтобы она не ездила во время переноса, транспортировки. Зажим также стараемся не терять, иначе, когда мы будем перевозить или переносить машину, каретка будет болтаться по рельсам и побьется о другие части машины. Будет очень нехорошо. Третье, мы достаем ответную часть каретки. Она крепится пластиковым зажимом в гнезде для частей каретки. Так, переворачиваем так, чтобы у нас щетки оказались внизу. И завинчиваем винты. Взвинтить надо туго, но так, чтобы мы могли их потом развинтить, и чтобы ничего нигде не болталось. До конца, до упора вставили ответную часть, завинтили. С кареткой все. Теперь начинаем одевать нитевод. Сам нитевод, он такой выглядит, такой с рогами, вставляем в гнездо, которое у нас находится на задней стороне счетчика. Вот он. После этого отжимаем еще одну пружину, которая у нас крепит блоки нитевода и сами нитеводы. Если мы планируем вязать одним цветом, нам достаточно один блочок и один нитевод. Берем средний, который не изогнут. Остальные остаются в коробке. Итак, нитевод одеваем в отверстие стойки на вот эти вот рога. Надеваем сверху блок нитевода. Так, чтобы усы можно было опустить вниз. Собственно, на этом сборка машины и закончена. Если у меня три цвета, я одеваю все три блока и все три нитевода. Если у меня один цвет, достаточно один блок нитевода и один нитевод одеть. Собственно, вот так собирается вязальная машина Нева-5. Ничего сложного. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, расскажите им, как собирают машину Нева-5. А также вы можете посмотреть другие мои видео. До встречи на сайте «Изба вязальня».